Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Джон Гибсон. Нарцисс. После 1829 года мрамор 86 на 36 и на 60. Джон Гибсон – один из самых значительных скульпторов Британии, родом из Уэльса. В Риме, куда он перебрался в 1818 году, его учителем стал знаменитый представитель неоклассицизма Антонио Каноа. Творческие устремления и стиль Гибсона в первую очередь были определены его восхищением античной культурой и подражанием древнегреческим и римским мастерам. Благодаря личной предрасположенности и влиянию учителя, творец, выполнявший произведения в безупречном академическом духе, идеально угодил вкусовым ожиданиям современной ему эпохи. Гибсон экспериментировал с полихромными техниками и необычными материалами, однако мрамор, традиционно ассоциирующийся с чистотой и строгостью, был для него особенно любим. В этой иллюстрации к мифу о Нарциссе, на создание которой вдохновил увиденный в Риме юноша, смотрящий фонтан, Гибсон пытается превратить повседневное восприятие во взгляд из античного мира. Прическа и обувь юноши являются, как можно видеть, прямым цитированием классических источников. Ну вот такое описание к работе «Нарцисс. Мрамор». После 1829 года автор Джон Гибсон я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока. До свидания.